она включена. Пока не сядет? Ну да, пусть работает. Она совсем коротенькая. А? Она совсем короткая, метров 70.
прямо? Или как ты хотела? Поехали прямо тогда. Видела Тесла какая? Налево. Да, направо посмотри. Я вчера видела Volkswagen микрофон. А. У него, к сожалению, очень маленький докат. Там прям. Прям совсем маленький.
дешевле от иностранцев покупали, но, естественно, никто тебе ее обратно не продавал. И был черный рынок. Инфляция была 100% в год. Сейчас 4% в год, 48. А про дефицит бюджета, он 70% сократил этих министерств. Ну, безработица, конечно, адская, но рейтинг поддержки с 56 поднялся до 70%. Это много, да. Пенсии перестали падать, поэтому пенсии сейчас в два раза выше стали по паритету, по неспособности. Малибарский говорит, что ну, вот сначала протестировал чат GPT, что да, у Милея есть хорошие... Сюда или дальше? Прямо. Хорошие... вещи, но это же социальная несправедливость. Давай мы доедем до мельницы. До мельницы, а обратно можно будет вот этими тропами грунтовкой, по грунтовке ехать. Бассейн. Ты помнишь, хозяин квартиры Ян рассказывал, что сколько здесь вода стоила за кубометр? Он говорит, каждый год дорожает. Там уже сейчас относительно старых времен, ну, наверное, больше чем 100 раз все выросло. Стоимость воды. А раньше тоже так текла, знаешь, как бесконечная и бесплатная. Thank you.
Ага.